И лишь по голубой стене бросает солнце листья в тени, да ветер клонит за окном столетние кусты сирени, в которых тонет старый дом. Эти стихи Блок писал, вспоминая Шахматова. Сирень – символ русской усадебной культуры. Она воспета многими писателями и художниками, в том числе Александром Блоком. Сиреневый фестиваль проходил в Шахматово в пору ее цветения. Фестивальная программа включала в себя мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки, пленэры учащихся Солнечногорской художественной школы, выступления фольклорных коллективов, спектакли и другие акции. Фестиваль имел своей целью повысить туристическую привлекательность этих мест и обратить внимание общественности на проблему защиты блоковского ландшафта. Каждая акция, она была отмечена под вот эгидой сохранения того прекрасного, что нас окружает, того прекрасного, что мы сами несем в себе. Вот это самое главное действие, я бы сказала, идея самого фестиваля – сохранять все прекрасное, что окружает нас. На закрытии фестиваля выступил Московский камерный оркестр «Кантус Фирмус» под управлением Александра Хургина. Этот коллектив – давний друг музея-заповедника Александра Блока. Он принимает участие во многих фестивалях, различных акциях и выставках. В рамках программы «Сиреневого фестиваля» музыканты «Кантус Фирмус» исполнили произведения Баха, Моцарта, Вивальди и других известных композиторов. По словам руководства музея-заповедника Александра Блока, «Сиреневый фестиваль» будет ежегодным. Каждый раз его планируют ознаменовывать новыми интересными событиями, подобными игре в сиреневые шахматы. К примеру, в следующем году планируется запуск воздушных шаров на Блоковской возлюбленной поляне.